Новое подразделение по борьбе с коррупцией создадут в Казахстане. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости создания самостоятельного подразделения. А для госслужащих Казахстана могут ввести бонусы. Президент Назарбаев предложил внедрить новую систему оплаты труда для государственных служащих. Хорошо работает, получая бонус в конце года. Плохо работает, соответственно, снижается оплата. Нарушил этику госслужащих, совершил коррупцию, лишаешься всего навсегда, сказал Назарбаев. Надо провести полную аттестацию государственных служащих всех уровней. Важно наладить системную работу по защите принципов меритократии и недопущению коррупции. Для этого следует выделить в структуре агентства по делам государственной службы отдельное самостоятельное подразделение по борьбе с коррупцией.